Певица Лолита Милявская исполнила композицию «Любовь», похожая на сон Аллы Пугачевой. В своем телеграм-канале звезда обратилась к композитору Игорю Крутому и поблагодарила его за то, что он заставил ее пойти на такой эксперимент. Сказать, что это были нервы, значит ничего не сказать. Каноническое исполнение для меня одно и уверено, что для вас, дорогие слушатели, тоже. Игорь, как же я тебе благодарна за то, что заставил пойти на эксперимент, попробовать, переломить страх спеть хуже других, сказала исполнительница. Ранее Милявская сообщила, что ее концерты в России оказались под угрозой срыва. Артистка рассказала об инциденте в Ярославле, куда она прибыла с гастролями. По словам исполнительницы, у концертной площадки ее встретила группа агрессивно настроенных людей, намеревавшихся сорвать выступление. До этого Лолита назвала самый главный пункт в своем райдере. По ее словам, это меню, рекомендованное Пенсионным фондом России, куда входят сушки, молоко и пряники. На юбилейном вечере композитора Игоря Крутого она добавила, что таким неординарным способом проверяет добросовестность организаторов. Певица объяснила, что если компания готова обеспечить райдер, значит, не будет экономить и на концертной аппаратуре.